Приветствую подписчиков и гостей канала Банковский. Сегодня мы посмотрим, как воспользоваться чатом банка в ВТБ онлайн. Найти чат несложно, то есть мы заходим, как обычно, в ВТБ онлайн, авторизуемся, попадаем на главную страницу, и в правом нижнем углу, вот здесь такая иконка, да, чат с банком. Соответственно, по ней мы щелкаем и попадаем на, вот, собственно, чат. Здесь можно ввести текст сообщения, и, соответственно, сразу же вы получите ответ. Система отвечает мгновенно, потому что с вами будет общаться бот. Многие ботов не любят, но вот в ВТБ онлайн он достаточно совершенный, этот бот, и за редким исключением, когда он не понимает вашего вопроса. То есть формулируйте вопрос четко. Ну вот я сейчас покажу примеры, я задавал вопрос, например, где посмотреть историю операций по карте. Ну и быстро на него отвечает бот. Здесь уже немножко другое. Так, вот тут как настроить систему быстрых платежей, тоже. Все это как бы бот видит, нормально, адекватно воспринимает слова, ну и, соответственно, отвечает на вопросы. В крайнем случае можно написать, что хочу поговорить с человеком, и тогда бот переключит вас уже на сотрудника, который в каком-то сложном вопросе поможет разобраться. В принципе, вот сам по себе чат, он позволяет получить ответы на многие вопросы, особенно вот после обновления, система новая, не все к ней привыкли, и какие-то даже элементарные, ну, моменты они вводят в ступор, например, там переводы, платежи, как сделать какие-то, или там, например, где справку заказать, там, ну и так далее. То есть чат помогает это сделать, причем здесь достаточно развернутый ответ идет, то есть что можно сделать, какие возможности дает тот или иной раздел, он все это дело раскрывает. Плюс в чем, что вы получаете быстрый ответ, не надо ждать менеджера, не надо, что называется, там сидеть на телефоне, потому что бывают менеджеры заняты. Плюс бывает еще, что в некоторых, опять же, банках, не конкретно в ВТБ, бывает номер телефона платным оказывается, ну, слава богу, этого в ВТБ нет. Поэтому, как бы, вот это вот большой плюс, он экономит время, ну, это на мой взгляд. То есть, еще раз повторяю, как воспользоваться. Просто заходите на любую страницу, да, то есть, в ВТБ можно там в разделе платежи и переводы, где угодно, в каком бы вы разделе ни находились, везде чат доступен. Просто щелкайте по нему, здесь вводите текст сообщения вопроса вашего и моментально получаете ответ на вопрос. Если у вас какие-то еще вопросы возникли, пишите комментарии к данному ролику, мы с удовольствием ответим на ваши вопросы. В описании к данному ролику можете найти ссылки на лучшие финансовые продукты. Если этот ролик был вам полезен, ставьте палец вверх, жмите на красную кнопку подписаться под видео, и всего вам доброго.